Ребят, я понимаю, с чем я к вам обращаюсь. Анечка, рад. Привет. Ма, рад встрече. Слушай, а почему такая худенькая? Так стараемся, а ты не звонишь. А я жду. Я позвоню обязательно. Салют. Да, но без вас мне никак не обойтись. Ну, это будет стоить дорого. Настя. Боже мой, какая встреча, сто лет. Так, о деньгах не думайте. Без этой записи мой подарок не подарок. Здравствуйте. Можно автограф? Как зовут? Кого? Ну вот, теперь она неделю руку мыть не будет. Угу. В следующий раз, когда будешь о контрабанде договариваться, назначай встречу где-нибудь ночью на пустыре. Только его там тоже узнают. Ну и для кого понадобилось это старье? Для единственной и неповторимой. Для Пугачевой. Для Назаровой. Постой-ка, это та Назарова, которая тигров на веревке водила? Еще и изо рта их кормила, да? Полосатый рейс. Именно. Для Назаровой. А у нее юбилей. Надо подумать, это опасно. Если Колыванов об этом узнает, полетим из Останкино. Ребят, ну а вы ночью, тихонечко. Слушайте, ну мне что ли вас учить, а? А? Думаете, я не в курсе, как вы Вове Преснякову всего Бельмондо на кассеты перегоняли? Да, друзья мои, мир тесен. Тесен, но велик, Леш. И я тебя прошу. Все сроки к понедельнику. Ладно, давай звони в воскресенье, мы как раз на дежурстве. Дуся моя, ну где же вы ходите? Я целый час вас ищу по всему Останкино, а? Ну, через 5 минут эфир, пойдемте, вперед, солнечный вы мой. Не завидуй, Костик. Интересно, как они его говорили? Не знаю, в одной комнате с тигром с закрытыми глазами. И в ванной голым. А что это вы тут делаете? Я тебе говорил, дверь закрывай, а ты? Вот тупой. И голова без мозгов. Я посижу, посмотрю. Хо-хо, не хо-хо. Я же никому не говорила, когда у Преснякова всего Бельмондо перегнали. Чего? Да я правда не говорила. Ладно. Сиди, смотри, только молча. Угу. Учись, как работают мастера. Подают, а? Отлично. Ненавижу конфеты! Я же сказала, ничего мне от вас не надо! Сделали все, как вы сказали. Может быть, теперь вот вы откроете? Пошли. Вот пошли, я же сказала! Молодец, курсик! Вон пошли, я сказала! Вон пошли! Маргарита Петровна, мы пришли вас поздравить с юбилеем. Тут вам конфеты, цветы, еще подарок из Москвы. Ненавижу подарки, ненавижу цветы, ничего мне ни от кого не надо. Подожди. Отвяжу тебя. Дети, бегом. С юбилеем вас, Маргарита Петровна. Чисто. Это не город. Мегера какая-то. Надо на нее заявление написать. Не волнуйтесь, Любовь Степановна. Сообщим. Куда следует, сообщим. Нет, слыханное дело, живых людей тигром травить. Ну ладно я, ладно вы, а пионеры? И не просто людей, а при исполнении людей. Да никто не собирался вас тигром травить. На, держи. Просто не любит она гостей. Есть у нее свои причины. А вы, ребята, молодцы, что пришли. Всегда готовы. 120 рублей, и сапоги испорчены.
Ненавижу этот фильм. Ну, здрасте. Смотри, что у меня есть. Хочешь мороженое? Ты наверняка его любишь. На, лизни. Ух ты, молодец. А теперь вставай, вставай. Отлично. Молодец. Дочка, отойди от крепки. Граждане, чей ребенок? Папа, папа. А он меня слушается. Он-то тебя слушается. А ты меня? Смотри, какой. Галя, не беги от него! Ай! Говорили тебе, не бегай от него! Ага, он сам за мной побежал. Что ж мне теперь? Стоять и ждать, пока он меня задерет? Это ты его задираешь. Бука – это обзывательство. А он – букаша. Маленькая букаша-таракаша. Ну что, ушиблась? Угу. Давай, мальчик. Правильно Маргошка запомнила. Не надо бегать от животных. Маргошка, ты его еще на велосипеде научи. Будет нам с матерью в старости кусок хлеба. Оп. Оп. Зверь уходит. И птицы улетают. Как же так? Мы же с Германией подписали пакт о ненападении. Как это возможно, Петро? Повестка пришла. Война ведь. Война. Спасибо, что согласились его взять. Спасибо. У меня тут еще два верблюда. Угу. Как звать-то его? Букаш. Вот на фронт забрали. Сейчас, дам тебе. Ну-ка. Ну-ка. Маргоша! Ну-ка, держи. Держи. Давай, давай. Держи. Маргоша, Марго! Ну где же ты? Иди скорее. Маргоша, ну где же ты? Иди скорее сюда. Пока. Ехать надо. Ну что, пристроила своего медведя? Ну и хорошо. А я вещички кое-какие ваши детские собрал. В деревне на молоко, на хлеб обменяем. Девчонки, пойдемте, мамка ждет, ехать надо. Пойдемте, пойдемте. Слава богу, наменяли. Теперь неделю-другую проживем. А то!
Только картофельные очистки выкидывать не надо. Их можно помыть, протереть, с яичком перемешать, мучки добавить. Такие славные оладушки получаются. Пальчики оближешь. Дядь Вить, да где ж то яичко взять? Было бы оно, кто бы его картофельными очистками портить стал? Да, Верка бы его высидел, куренок бы вылупился. Оля, стой! Не нравится мне эта канонада. Ой, девки, торопиться надо. Только в Липкие Савушки заедем, а? А ну ж по дороге. Я вон Галя обещала еще творожку, ну, хоть горсточку. У нас еще капор Маргошкин. Петины валенки остались, а? Только так. Кто-то в Липке, а кто-то в Савушке. Благо рядом. Коля, поехали. Дай капор, мам. Я в Липке тогда, я бегом. Видишь, какой? Ой, ни у кого вот такого это... нет. Быстрее. Вперед. Быстрее. Залезай в грузовик. Вперед. Иди. Быстрее, я сказал. На экскурсию по Берлину свозят и назад к мамке. Слышь? Я Маргарита. О, как. А я Екатерина. Ладно, давай свой кепарь. Давай, давай. Закипай там куснуть. Только раз. Два раза куснешь, зубы выпью. Пригодится. А вот немецкий это хорошо. Мой дорогой друг, мадам Карла. Вот скоро ваша жена вернется из санатория, и мы вас больше не увидим. Мы его тут и так не часто видим. Да, Зиги? Да.
Говорят, вы окончательно бросили играть в карты. Какая воля, какой характер. Его жена была страшно недовольна, когда он продул в карты особняк своего деда. Да, Отто? Ну, говорят, кому не везет в карты, везет в любви. Гельмут, как хорошо, что в гимназии ты хоть ябедничать научился. Но вот мы выросли, воевали. Пора бы уже покончить со старыми привычками. Карло, где же ваши новенькие? Мы уж заждались. Сейчас. Они такие робкие, но такие красотки. Люблю робких. Из них потом получаются настоящие чертовки. Знает веселых песен. Русским теперь нужно только похоронный марш играть. Надо бы, конечно, купить патефон, но он такой дорогой. Я могу сыграть. Хотите послушать? Веселый марш. Все лучше похоронного. Стены древнего Кремля. Ну-ка, дама, посмотри на меня. Вся советская земля. Холодок, холодок. Боже, что с ней? Что за фокусы? Она абсолютно здорова, извините нас. Пойду поищу эту полудохлую пианистку. Обожаю тихонь. Конечно же, никакого туберкулеза. Эта хитрая мерзавка решила нас обдурить. Извините, ваши друзья уже сделали выбор. А как же вы? А эта выскочка вроде неплохо пела, с надрывом. Конечно, они у меня еще и не так запоют. Извините, мне надо на кухню проверить, как готовят ужин. Я на таких насмотрелся в Испании. Вам от нее толку не будет. С ней нельзя хорошо провести время. Она убьет либо себя, либо клиента. Но я могу ее забрать. Итак, это за девушку, а это за комнату и ее одежду. Пойдем. Выходи. Не стой на улице, иди в дом. Господин Отто, вы дома? Что прикажете с этим делать? Для начала это надо отмыть. А потом я заберу это в клуб и посмотрю, на что это маленькое чудо способно. А что скажет госпожа Лотхин, когда вернется? К тому моменту, как моя жена, поправив свое здоровье, вернется, ее уже здесь не будет. Смотрите, кровь капает на ковры. Отведите ее в ванную. Пойдем. Что это? Простите, мне не стоило ничего трогать. Ничего страшного. Что за картина? Очень мило. Это моя новая солистка. Пойдем со мной, я тебе все объясню. Это девочка из борделя мадам Карлы. Муж, пропусти меня.
Пес не говорит по-русски. Куда ты собралась? Еще и в такой одежде. Я считал, что ты не такая глупая. Тебя схватит первый же патруль. Поэтому я предлагаю тебе остаться у меня. Отпустите меня. И что дальше? Отпустите, пожалуйста, прошу вас. Ты сама знаешь, что это невозможно. Действительно невозможно. Ты должна меня слушаться. Утром мы вместе поедем в клуб. Не разочаровывай меня. Иди в дом. Ева, ты глупая корова. Скажи мне, пожалуйста, ты вообще слышишь, что ты не попадаешь ни в ритм, ни в ноты? Стоп! Это никуда не годится. Он отвратительно играет, а у меня нога болит. Ганс играет, как бог. Пора бы тебе понять, что я хочу от твоей ноги. Что мне теперь с тобой делать? Ни слуха, ни чувства ритма. И это все, что у нас есть. Я бы тебе показал, как нужно танцевать. Если бы испанец не ранил меня в ногу. Мой старый друг, давай покажем, как танцевали в клубе моего отца. Готов? Пойдем. Я не умею. У нее в крови. Скоро она станет как Марлен Дитрих. Ганс, это удивительно. Я из нее сделаю новую звезду, вторую Дитрих. Сегодня новая солистка клуба «Корона принца». Встречайте, несравненная Марго. Я простила тебе твою страсть к картам, но увлечение русской девкой... Послушай меня, не волнуйся, она меня не интересует как женщина. Она меня может интересовать только как наш билет в светлое будущее, а оно наступит, когда закончится война. Ты же знаешь, у меня сбережения в Швейцарии. Открыть там клуб – мечта всей моей жизни. А эта девочка поможет нам заработать большие деньги. Thank you.
Возьмите, пожалуйста. Фрау, вот овощи, фрукты. Пожалуйста, покупайте. Выбирайте. Одно яблоко. Пожалуйста. Спасибо. Ну-ка, верни мои яблоко. Катька! Боже мой, живая! Счастье какое! Какая ты стала? Другая совсем. Ну да, станешь тут другой. Пойдем. Да. Рассказывай. А вас, Зульхарцель. Ну что рассказывать? Что тихо. Помнишь тогда в борделе? Гельмут, как в себя пришел, стал лютовать, рушил все. Все испугались. Он добрался до карцера, который в подвале, а там я. Он на меня, я на него. С тех пор я у него живу. Ну, типа фрау. Фрау? Осуждаешь, да? Нет. Две женщины вон там. Эти женщины. Спасибо. А как ты? Я артисткой стала. Вот это да. Слава Богу, ты живая. Не говори. Здравствуйте, дамы. Ваши документы? Этих двоих забираем в участок. А что случилось? Мы должны их проверить. Иди вперед. Благодарю вас, что позвонили и рассказали о случившемся. Эти мерзавки будут наказаны. Даю вам слово. Ах, да, чуть не забыл. Это для вас. О, благодарю. Это трофей, берите. Вечером у камина, за рюмкой хорошего коньяку. Но убедительная просьба, предупредите своих служанок, чтобы они больше не позволяли себе подобных выходок. Когда-нибудь это может скверно закончиться для них и нехорошо отразиться на вашей репутации, господин Штауб. Раз вытаскивать не буду. Большое спасибо, господин Штауб. А теперь сиди и веди себя хорошо, иначе у меня могут быть проблемы. Итак, встреча боевых подруг окончена. Ты можешь возвращаться к своему другу, а с тобой я еще поговорю. Я работаю на Штоленштрассе 12. Встреча окончена, дружба тоже. Я все поняла. Милая, от того, что ты проявишь милосердие, выиграешь ты сама. Почему я должна подарить ей что-то из своей одежды? Такое только ты мог придумать. У тебя достаточно одежды в подвалах твоего кабаре? Нет. Я уверена, что она там найдет себе что-нибудь подходящее. Не сердись, не сердись. Для вас было бы гораздо проще самому купить ей пару платьев.
Госпожа Ремель, Лотхен прекрасная женщина, но ей немного не хватает души. Вы так похожи на своего отца, господин Штауб. И в этом ваша заслуга. Господин Штауб, я готова. Пора ехать. Господин Кац, вот вам 8 паспортов. Остальным необходимо подождать несколько недель или даже месяцев. Как только вы их получите, сразу же уезжайте. Господи, вы удивительный человек. Что бы мы без вас делали, господин Штауб? Храни вас Господь за то, что вы так о нас заботитесь. Моя родная мать, моя мать была наполовину еврейка. Если бы вы знали, как она пела и как она любила моего отца, это большой риск. Нужно ценить момент. Ближайшая неделя будет еще тяжелее. Ступайте, ступайте. Маргош, я тебя уже целую вечность жду. Я случайно, в общем, я подслушала. Мой сказал, что твоего сегодня арестовывать придут. Был донос. Господин Штауб, что случилось? Это очень важно. Пойдемте. Откуда ты это узнала? От Кати. Моя подруга Катя подслушала разговор. И мой генерал сам его повесит, если все написанное здесь правда. Где его кабинет? Пойдемте посмотрим. Добрый вечер, господин Штауб. Вы что себе позволяете? Что вы здесь делаете? Что произошло? Вы срываете мне урок? Гестапо предоставило нам информацию. Я вам все объясню, но только с глазу на глаз. Тебе все понятно с ритмом? Ханнес, налево. Открываем карты. Отто фон Штауб, мой старый друг с детства. Боже, что ты делаешь, Отто? Ты обещал больше не играть в карты. Не мешай мне, оставь меня в покое.
Госпожа, госпожа, он сейчас проиграет клуб. Он сможет отыграться, если вы дадите ему денег. А если он не сможет отыграться, что дальше? Он проиграет нас Гельмуту в карты. Если так и дальше пойдет, то скоро все это будет моим. Ну что, за победу? Господин Штауб, вот деньги, которые вы просили. Я просил? Да, вы просили принести деньги в 4 часа утра. Возьмите. Спасибо. Моя старая знакомая. Наша последняя встреча закончилась быстро. Теперь она работает здесь? Она тебе уже выцарапала глаза? Эта девушка моя солистка, госпожа Марго. Ну что ж, мы теперь можем продолжать. Мне жаль тебя, мой дорогой друг. Это мы посмотрим. Будь приветлива. Посмотрим, на что ты способна. Или ты оказываешь услуги только Отто? Ты все понимаешь, правда? Ты все прекрасно понимаешь. Не ломайся, тварь. Пожалуйста, не надо. Думаешь, стала знаменитой? Посмотрим, чему ты научилась. Отпусти меня. Русская дрянь. Что ты делаешь? Позастугом! Уходи. Уходи. Быстрее уходи. Уходи отсюда. Уходи. Это она. Я уверена. Это точно она. Осторожнее, осторожнее. Госпожа Лотхен, мы можем ехать? Ja,
Маргоша? Маргош? Это я. Ты здесь? Маргоша? Катька! Кать! Маргоша! Катька! Маргоша! Катенька! Живая! Марго, как я рада, что я тебя нашла. Катька, слышишь? Это наша, наша уже в городе. Да. Домой поедем скоро. Ага. Только вот не знаю, как я такая. Своим глаза смотреть буду. Да прекрати это. Нас дома ждут. И главное, что мы живые, и мы вернемся. Турында, я же забыла. Я тебе еды немножко принесла. Хлеб. Яблочко. Только один раз откусить, Маргош. Ты дрянь. Стрельба из подвала идет! Занять позицию! Если ты умеешь молиться, то сейчас самое время. Слушай, а девчонки-то наши. Чуть не похоронили их тут. Свои. Ребятки. Что там? Проникающие, товарищ лейтенант. Успели. Так не хотелось с чужим умирать. Катенька. Катя. Девчонки, танцуем? Пойдем. Здрасте. Ну ты как, красавица? А ну давай выпьем. На-ка. Подружка твоя была. Катька. Ну за Катьку. Ты забудь. Перемелится мука будет. Мы ж домой едем. Победа. Жизнь новая начинается. А ну давай еще выпей. Водка ведь она слезы сушит. Давай, подруга. А ну постой. На, к примерь. Не в этом же тебя своих-то встречать. За победу. За победу. Держи, не реви. Ты в Риге-то поаккуратней, все же город. Да не волнуйся ты, я ж последние 5 лет в городе жила, не пропаду. Чего ты говоришь с Дона-то? С него, батюшки. Приезжай. Станица Старочеркасская. С женой познакомлю, с дочками. У меня их 3.
Приеду. Приеду. Как только освоюсь и приеду. Спасибо тебе за все. Так, ребята, быстрее, время обеда. Назарова, как суп? Нормально. Сейчас будет готово. Запах. Ребята с Москвы приехали, голодные. Из Москвы, хорошо. Сейчас, мигом. Мигом. Ну, ничего, ничего, Назарова. Так, давай-ка займись овощами, я суп сам доделаю. Говорили, тебя лев сажал. Он попробовал, меня отбил. Ну, пойдем так же. Костя, женился же, наверное. Уже нужен шоколадный, кроме тебя, радость моя. О, Хасанчик, а ну-ка посмотрим, где ты кролика прячешь. Константин, ты мне опять ребра сломаешь. Товарищ Константиновский, а можно узнать из первых уст это, так сказать? А правда, что вы тот самый Константиновский, который изобрел русского тигра? Ага, я отрубил год штрафбата за свою гениальность. Эх, было бы у меня побольше времени, да поменьше бы за мной приглядывали, вот тогда получилось бы без осечки. Кость, твоя прямота доведет нас на Колыму. Шутка. Так вы изобрели или нет русского тигра? Да не было никакого русского тигра, были обычные овчарки, которым привешивали на спину зубы. А кто это? Ты что? Это же сам Константиновский. Дрессировщик. И стали моторы глушить, а собаки с взрывчаткой стали возвращаться в свои окопы. Только ты, царик, не пиши, ладно? Не надо, не надо. Я это потом в мемуарах отражу. Давай. Ах ты, красавица какая, на моего букашу похожа. Ешь, 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 давай. Моя золотая. Красавица. Эй, Назарова, иди оттуда. Ты, поваренок. Ты чего у клетки забыл? Давай, брысь оттуда. У нее авитаминоз, у нее шерсть клочьями, когти ломкие. Что? Следить надо лучше за животными. Это кто давал команду голос? А ну тихо там. Давай, брысь от клетки. Товарищ директор, что это у вас здесь? Ну что вы, Костя, простите, у нее язык длиннее ложки. Она же не знает, что за гость к нам приехал. Важный. На-ка, на. Только не выдавай меня, слышишь? Ешь, ешь, солнышко, ешь. Прошу познакомиться. Это моя дочь Илза, балерина. Очень приятно, позвольте ручку. На. А теперь прошу ко мне в кабинет. После вас. Кость. А поваренок ведь прав. У Зины Пистоновны шерсть тусклая, когти расслаиваются, сам видел. Да? Ну да. Разберемся. Ну, пойдем, пойдем. Пока. Thank you.
Война. Тебе нравится? Если через неделю ты не начнешь петь по-немецки, я верну тебя обратно. Я подслушала, что твоего сегодня арестовывать придут. Думаешь, стала знаменитой? Слушай, а девчонки-то наши? Слышь, артистка, там тебя инвалид спрашивает. Меня? Да тебя, тебя. Туда? Выйти? Да, в коридоре ждет. Как вам после сцены, понимаешь? Ничего. Да. Но я вот тоже люблю классику. Там, та-да-да-да-там, та-дам, та-ра-да-да-дам. Ничего. Да. Позвольте ручку. Ну вот опять. Что опять? Опять отец с этой тумбой. Ну, люби все возрасты покорно. Он предает память моей мамы. Ну, может быть, вы с ним поговорите? Я? Он вас уважает. О чем? Ну, она же, он все время с ней. Она его окрутит. И он. Илза, ну надо так расстраиваться. Илза, ну это жизнь. Илза, ну, вы рвете мне сердце. Я вас прошу, ну, не расстраивайтесь, Илза. Илза, ну, хотите, я воды принесу вам, а? Да? Водички. Сейчас. Я отец Катерины Никаноровны Наливайко. Кого? В 41-м ее в плен взяли, а потом в Берлин увезли. Вы папа Кати? Моих всех немец. Пашок, я вернулся, хотел хоть дочку найти. Выяснил, что она с тобой в плену была. А потом я узнал, что она с немцем жила. И если это так, то где же тогда Бог? Почему он так распоряжается? Немец руку мне отнял. А она в койку с немцем легла. Как мне после этого жить? Да надо ли мне жить, дураку, безрукому? Послушайте. Никогда, никогда ваша дочь не жила с фашистом. Никогда. Не врешь. Я с ней всю войну была. Я все своими глазами видела. И меня от пули закрыла. Здесь сейчас с вами не стояла и не разговаривала, если бы не ваша дочка. Она самая лучшая на свете. Никого дороже ее у меня нет. Да? Смелая была. Очень смелая. Да. Она смелая была. Смелая. Она все детство во дворе с мальчишками дралась. И побеждала ведь? Спасибо вам за такую дочку. Спасибо. Это вам спасибо, Маргарита Назарова. Теперь помирать можно спокойно. Ты ее помяни. Конечно.
Прощай, дочка. Я еще раз спрашиваю, Назарова, где чистая посуда? А это уже не первый раз, Витас Марисович. Ее же никогда на рабочем месте нет. Ни тарелок чистых, ни стаканов. Ты же сама мне сказала, что меня в коридоре ждут. И я вышла на минутку, и у меня вся посуда к тому моменту была вымыта. Угу. Ну и где она? Где? Видимо, сброшена в раковину вместе с грязной. Да ты в своем уме, Назарова. Кому такое в голову может прийти? А вот так всегда. У нее всегда кто-то виноватый. Ну что мне с тобой делать? Ну что мне с тобой делать? С тобой все время одни проблемы. Что за шумодраки нет? Товарищ директор, вам ли место на кухне среди помоев и объедков? Вот что, товарищ Апсеня. Я вашу подопечную увольняю. Сил моих больше нет. Ну, ты с Лышкой иди сюда. Давай. Или сейчас сама признаешься, или расскажу, как ты продукты воруешь. Что? Не так? Напомнить? Пиши заявление. Витас Марисович! Я тут, кажется, погорячилась немного. Так это ж я их смахнула, когда я эти подносы переставляла. Вы уж извините меня, я нечаянно. Это, да ну вас всех к лешему, цирк какой-то, ей-богу. Ой. А со мной-то как? А что ты? Продолжай работать, Назарова. Работай. Лучше бы уволил. Теперь вы из меня не убежите. Позвольте угостить. А для шампанского не рады? Ну, воду я вашу уже, извините, выпил. Так же компенсирую, чем есть. Ну, правильно. Где тебе еще быть, как не в буфете? Здравствуйте, очаровательница. Как репетировать будешь? Весело и непринужденно. А Зинка запах учует. Да. С утра уже собачится. Уборщика лапой по спине чуть не пригрела. А мы сами его пригреем, да? Да. Может, меня дождешься? Я на почту и назад. Не, начну сам. А ты подоспеешь, когда я Зинке рога пообломаю. Как вы считаете, я ложусь до его возвращения? Ну, говорят, что в укрощении вам равных нет. Да. Я скоро. На чем мы остановились? Сил моих нет. Ешь давай, ешь. Вон какая худая. Держи. Спасибо. Почему они меня все ненавидят? Да бог с тобой. Ну кто ж тебя ненавидит? Все. Ты, детка, другая. Какая? Есть тебе... Знаешь, упорство и сила. Многие здесь живут, как будто по течению плывут. А ты нет. Зинаида, ну-ка, оф, оф. Я кому сказал, оф, оф. Ну, кто тут не в духе у нас, а? Ну-ка, поздоровайся с Илзой. Ай, браво. Ну-ка, поздоровайся с Илзой. Зинаида! Ну-ка, поздоровайся с Илзой.
хоть слышишь меня? Тетя, сейчас я быстренько сбегаю, сейчас. Ну куда ты? Илза, все в порядке? Зина, Зинуля, Зиночка, я же знаю, ты же за Васька. Булочку. Ты же за булочку душу. Кого хрена? В клетке не брали. Мне папа говорил. Башку не разбил. Ладно, хорош. Ираида. Слышь, Флорёнок, а ты молодец. Я не поварёнок. Ну все, представление окончено. Давай, расходимся. Ну что, Юза, видите, вот такая у нас опасная работа. Маргарит. Ай, ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ух ты. А можно посмотреть? Ну, можно. Только осторожно. А то можно разбудить зверя. А как включается? Он заводится. Мотоциклы заводятся. Вот так он заводится. Вот так набирает обороты. Ух ты! Остается дать волю и вперед. Ну, а чего ты из себя строишь? Ну, говорят, там в Германии для немцев выплясывала. И я уж точно не хуже. Ха! Какие у вас тут страсти кипят. Генка, ты чего Варенка обижаешь? Да. Я такой блеск в глазах у своей тигрицы Афродиты видел, когда она на нашего ветеринара обиделась. Ага. Ему потом 70 швов наложили. Ага. Ну, привет, Рига. Доченька моя, ну кто ж тебя обидел-то? Все. Они... Все меня ненавидят. Да что ты? Ну как же тебя можно ненавидеть? Ты мне вон какая красавица. Проходу не дают. Везде по углам шепчут. Ладно, в Германии все травили. Но тут... Тут же мама. Тут же наша. Я вроде как своя. Но за что? За что, мама? Я же им плохого-то не делала. Ну, доченька, ну, родная, ну, ну, что тут скажешь?
Люди. Всем ты не объяснишь. А ты, родная, потерпи. А я не хочу терпеть. Я жить хочу. Знаешь, мы страдались вроде как уже. Как-то хочется, чтобы уже радостно было. Не будет, куда от нас денется-то? Мамуль. Родная. Ты иди спи, ладно? Поздно уже. Я посижу. Дошью как раз. Вот, отнесешь в бухгалтерию, на. Ты, Назарова, не думай, что я зверь какой-то. Это не так. Вот я, например, знаю, что тебе деньги нужны. А у меня есть полставки. Полставки уборщицы-гримерок. Я хочу эту работу предложить тебе. Ты девка шустрая, все успеешь. Товарищ директор, Витас Марисович, черт с ними, с деньгами. Так как? Ну, можно мне на манеж? Что? Кем? В подтанцовку. Ну, вы же знаете, что я могу. Ну, вы же знаете. Знаешь, что я тебе скажу, Назарова? Неблагодарный ты человек. Неблагодарный. Я к тебе со всей душой. С полставкой. А ты? Ну, какая из тебя подтанцовка? Ты видела, какие у нас? У нас упитанные девушки должны быть. А ты что? Ну, слезы. Публика, глядя на тебя, будет не радоваться, а плакать. Понимаешь? Так что иди займись уборкой. Это, между прочим, очень ответственное дело. Ответственное. Вот стану всемирно известной артисткой, локти потом будете кусать. Впервые на манеже. Танец с тряпкой и шваброй. Иди уже, иди, иди. Да, и смотри, чтобы на тебя не жаловался никто. Подтанцовка. Маргошка из буфета. Ты черт из коробки, а не Маргошка из буфета! Кто тебе разрешил? Ну, не ругайся, дядь Гриш, не ругайся. Я тебе гостинец из дома принесла. Вот. Не говори никому. Ладно. Я как маме сказала, что у дяди Гриши, у нашего сторожа, бессонница. Она сразу из погреба-то мне бутылочку достала. Наливка, вишня с медом и с облепихой. От бессонницы прекрасно помогает. Пойдемте, я объясню, как потреблять-то. Ну что ты расскажешь мне, соплюха? А то мы не знаем, как наливку принимать. Смешная ты девка. Эта девка рисковая, я смотрю. Осторожнее, а то кости переломаешь. Нет, дядя Гриш, мне кости ломать нельзя. Мне пробиваться надо. Не скажете?
не скажу. Правда? Правда. Спасибо. Да-да. Ну, по три рюмочки перед сном, да? Дядь Криш, можно я кружочек? Можно? Можно. Давай. Спасибо. Вы самый лучший, правда. За тебя. Можно? Да, можешь прибрать тут. Ну, смотри, если что-то пропадет, я тебя со света сживу. Вести о своей лодке. Ты что-то сказала? Поблагодарила за ценное указание. Работай. Помогать пришла. Молодец. Знаешь что, ты пошла отсюда. А то этот дохлый лебедь сейчас вернется, застукает тебя здесь, только крику будет. Слышишь? Слышишь? Эх, ты королева цирка. Как я тебе завидую. Че хочешь, то и делаешь. Эх. А я... Мимишка, не шали. Ну, ты все еще здесь, что ли? Ну, что опять случилось? Почему ты плачешь? На этих барабанах только что умерла лебедь. Это была не лебедь, это была настоящая гусыня. Ой-ой-ой. Два идиота! Да они же шутят. Ничего не понимают в искусстве. Отец их уволит. Илза, погодите. Может, они и позволяют себе немного лишнего, но, кажется, публике они нравятся, да? И уволить было бы их большой ошибкой. Ничего. Одной ошибкой больше. Да забудьте про этих клоунов, Илза. Вы были очаровательны. Мне кажется, я знаю, что может исправить ваше настроение. Это ужин после представления. С таким очаровательным мужчиной. Как жаль, что я не ем так поздно. Да что? Фигура. Ну, берегите фигуру. Берегите. Черт. Понабрали идиотов. Как жаль, что я не ем так поздно. То есть сейчас было бы. Согласен, конечно. Свожу в ресторан. А дальше как получится. Получится хорошо. Я ну о чем ты с ней разговаривать будешь? Она ж. Боря, при определенных обстоятельствах с красивой женщиной разговаривать не обязательно. Ага, знаю я твои обстоятельства. Что ты? О, ух. Слушай, что ты в этой пигелице есть? Может, меня ассистенткой взять себе, а? Костенька, оставь ее в покое. Ей и так достается. Все, иди переодевайся, скоро выход. Да хватит пялиться, иди уже.
Наконец-то все будет хорошо. Все в порядке, товарищи. Прошу спокойствия. Быстрее. Без паники. Все остаемся на своих местах. Жив, жив. Все хорошо. Прошу без паники. Все остаемся на своих местах. Прошу спокойствия. Посадят меня. Меня посадят. Но перед этим расстреляют. Перед этим повесят. Четвертуют, колесуют, распнут, короче. Понимаешь? Витусь, ну успокойся. Ну что ты? Ну он же что, жив? Жив. Да он-то жив. Вот, жив, полежит, жив, оклемается. Чего не хватало Лайма, чтобы он был мертв? Ну... Он жив, а билеты раскуплены. Как возвращать в кассу? Да меня уволят с работы за халатность и будут правы. И пустят по миру. И я пойду по миру... Просить подаяния. Витусь, ну ты что? Лайма, моя хорошая, любимая моя. Лайма, понимаешь, между нами больше ничего не стоит. Ирма, Ирма, царство небесное, она ушла из жизни. Ну, нет препятствий, ни одного. Я... Теперь вдовец, и нам пора, наконец, ну, как-то соединиться. Выходи за меня замуж. Я не пьян. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Поверь, я очень люблю тебя и постараюсь сделать так, чтобы ты была счастлива. Мы будем счастливы. Я обещаю тебе. Это что, Марго? Давно она так? Лайма Августовна! Только не выдавайте! Да ладно тебе, Петрович. Я спрошу, давно она так тренируется-то, а? Да месяц уж как! Молодец, девка, да? Потрясающе. Ну, Марго. А? Вот это да. Ну что, Вита, вот солнце мая, у тебя любви рассвет. А что? Жених? Еще хоть куда. Витас, ой. Мышка. Товарищ директор, я по делу. Да. Витас, мы спасены. Стой. Марго. Вот. Наше спасение. Ты Назарова наше спасение? Да. Ага, понял. Значит, кроме Назаровой спасти нас некому, да? Пора. Какой вы страстный, как африканский принц. Африканский принц, жалкий дрессировщик собачек по сравнению со мной. Вы что, сдурели совсем? Чтобы уборщица выступала на манеже? Ну что это? Витас, тебя же всегда отличали здравый смысл и умение обдуманно рисковать. И потом, у нас ведь нет другого выхода. А девочка каждую ночь тренировалась. Что-что? Билеты распроданы. Сегодня представление. Никогда! Все!
Так, значит. То есть. В таком случае, Петр Самарисович, забудьте об обещании, данном мной сегодня. Ночью. Не, ну просто цирк какой-то, честное слово. Папа, ах, да. Вот ты где. Что? Эта мерзавка украла мамин браслет. Что? Что? Да она врет. Я никогда в жизни ничего чужого не брала. Я вру? Ах ты мерзавка, воровка. Да сама ты мымра. Прекратите немедленно. Прошу прощения. Я просто не мог пройти мимо. У вас так интересно. Да не может этого быть, Илза. Ну, ты, наверное, его куда-нибудь засунула, да забыла куда. Вспомни. А возле комнаты вы, случайно, никого не видели? Нет, только ее. Ну-ка, позвольте. Улыбнитесь. Шучу. А наша королева цирка, случайно, сюда не заглядывала? Мими? Ну да, заходила, только я ее попросила удалиться. Ну, сейчас мы с нее как с разумной-то и спросим. Мими! Так и знал. Мими! Ай-яй-яй. Ну-ка, дай сюда. Ага. Ну-ка, дай сюда. Не твое. Как ты могла? Ну-ка, иди сюда. Прошу. Ай-яй-яй. Дочка, немедленно извинись перед Назаровой. Как не стыдно тебе. Да, да, ты была не права, извиняйся. Извини. Вы, Назаров, идемте со мной. Покажете свои достижения. Чем черт не шутит. Но смотрите, чтобы никакого цирка. Пошли. Правда? Да ладно. Питер Смайсович. Мими, ну-ка извинись перед Илзе. Thank you.
тебя убить мало. За что? Ты зачем шлем сняла? Ну, им же понравилось. Никто не должен был знать, что это ты, а не Генка. А мне плевать! Спасибо! Борь, ты готов? Мими, ну-ка иди ко мне. Иди сюда. Ты чего? Да что-то к вечеру стал уставать. Старею, наверное. Да ты брось. Тоже мне... Да тоже мне старик нашелся. Да? Мими, а? Скажи, мы тебе еще женим. На поваренке, а? Борька, она же тебе нравится. А что, ты у нас еще ого-го. Да, Мими? Ты моя красавица. Так, Мими, ну, товарищи дрессировщики, ну, пора. Пойдем. О, пойдем. Мими, мы пошли, ты давай не хулигань тут. Давай. Скажешь, Мими, ну-ка. Пойдем, Борь. Аня, как ты думаешь? Ну, только честно. Стыдно как-то от людей свадьбу играть. Ну, что ты? Старый мы с ним уже. Боже, ну о чем ты говоришь? Какая же ты старая? Ну... Мам, я пришла. Ой, здрасте, тетя Лайма. Здравствуй. Ух ты, красиво. Нравится? Мам, а мы все цветочки продали? Нет, ты там в комоде поищи. Сейчас, сейчас, прям я сейчас, минуточку. Угу. Счастливая ты, Аня. Такие дочки у тебя. Да вот не судьбовые они. Какие? Ну, мама моя так говорила. Не судьбовые. Это когда женихов нет. Будут. Знаешь... Кто на Маргошу засматривается? Кто? Я заметила. Кто? Дрессировщик знаменитый. Этот такой молодой и красивый. У молодого ветер в штанах гуляет, дырка в башке. Ну что ты такое говоришь? У нас так про контуженных говорят. Нет. На Маргошу другой засматривается. Серьезный.
О. Ой, здрасте. Здравствуйте. Здрасте. А это вам от Мими. Спасибо. Сама выбирала, да? Спасибо, подруга. Мишечка. Спасибо. Я сейчас уйду быстро. Я просто закопалась. Я раньше должна уйти, я знаю. Но я сейчас быстро. Да ну, быстро. Что вы, не торопитесь. Мне приятно ваша компания. И Мими тоже. Вот это да. А вы знаете, вы отлично справляетесь с гонками. Правда? Да. Вы знаете, мне тоже так кажется. Ну, а чем еще хотели бы заняться? Честно? Честно. Я с хищниками хочу работать. Ух. Вы не смотрите, что я такая худенькая и слабенькая. Это не так. Я даже, знаете, какая я сильная? Я крикнуть даже могу. Вот так вот прям ап! До! Честно, возьмите меня. Возьмите меня, пожалуйста. Я хоть клетки буду убирать, хоть что делать. Честное слово. Но только возьмите. Я пригожусь. Правда. Ну, правда. Маргарит, но здесь я один не выбираю, а Костя уже, по-моему, нашел для нас помощницу. Да? Ну, не расстраивайтесь. Может, что-нибудь придумаем, да? Борис Афанасьевич, ну, поверьте мне. Ну, пожалуйста. Мими же верит. Да? Почему я должна ждать мороженое весь вечер? Прошу прощения, моя вина. Вы что-нибудь про штрафы слыхали? Так вот, вас нужно оштрафовать на всю зарплату. Дорогая, пока вы ругаете ни в чем не повинную человека, ваше мороженое тает на глазах. Спасибо. А вместе с ним тает мое сердце. Вы хотели поговорить со мной о чем-то? Да. Давайте после представления встретимся у фонтана и немного погуляем в парке. Простите. Простите. Да. Мне нравится ваше предложение. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Встречи. Ты что, шпионишь за мной, поваренок? А можно сейчас поговорить? Я бы с радостью, но я тут жду, так что... Она не придет. У нее желудок схватил, мороженое не впрок пошло. Ну что ж, придется навестить больную и занести цветы. Только не сейчас. Правда, очень не в форме. Да? Ну что же, не ужинай же в одиночестве. Если я сейчас заткну рот тортом, мне нечем будет дышать. Может, еще тортику заказать? Можно, но попозже. Сначала поговори. Так. Во-первых, вы с Зинкой видели, что я зверей не боюсь, а они меня уважают. Так, ну какие еще выгоды? Нас ожидают от твоего участия в нашем номере. Во-вторых, мой папа был лесником.
Он меня научил лечить зверей. Вы сэкономите на ветеринаре. В-третьих, это ваша корова Ильза и сама уснет, и всех животных усыпит. И... Ты неподражаема. А в-четвертых, я очень хочу быть дрессировщицей. Борис Афанасьевич сказал, что он один не может решать, и что теперь ваша очередь решать. Так что решайте. Боже мой, сам Константиновский. Позвольте присоединиться. Он немножечко занят. Я жена начальника аппорта, а это моя дочь, Алина. Мы большие ваши поклонницы. Ну, присаживайтесь. Так, ну-ка. Примись. Вам равных нет? Слышь, варенок, а ты молодец. Я не поварю. Осторожнее. Нельзя. Мне пробиваться надо. Что я зверей не боюсь. Так. Я очень хочу быть дрессировщицей. Играй. Не фальшив только. Умница. Играй. Еще, еще. Давай. Играй молоточком. Вот молодец. Вот молодец. А вы чего ж не ложитесь, а? Репетируем. Ну, давай. Давай. На, читай. Чего там? А?
Вот скотина, ну, я ж просил не писать его об этом. Кость, когда ты поумнеешь? Когда ты повзрослеешь? Когда ты будешь думать о последствиях своих поступков? А, да я, да. Да ладно, Борька, обойдется. Угу. Ну, да. Слушай, это поваренок, ну, смешная. Маргарита? Угу. А что с ней? Ты представляешь, заперла Илза, чтобы так ко мне на свидание не пришла и сама пришла. Очередная жертва твоего обаяния. Да если бы. А, в номер просилась. Ну да, представляешь, абсурд. Костька, а я вот ничего абсурдного здесь не вижу. Представь себе, нездорового мужика в окружении хищников, а маленькую хрупкую девушку. Я думаю, публике должно это понравиться. А хищникам это особенно понравится. Маленькая, хрупкая девушка. Шейка тоненькая, перекусывается в один момент. Борька, дурацкая статья – это не повод тереть мозги. Ладно. Давай ложиться. Завтра же свадьба. Ой, а подарок-то есть? Да не успел, утром найдем. Я же весь вечер поваренку слушал. Ну, давай. Все, спокойной ночи. Доброй. Витас Марисович, у вас контракт со мной. Со мной, а не с этой выскочкой. Ох, Гена, успокойся. Назарова просто подменяет тебя и... Эта драная кошка, она уже получает дивиденды с моего номера. Или вы хотите, чтобы публика вообще окончательно забыла о моем существовании? Вот когда ты поправишься... Да так... я уже здоров. Или вы хотите, чтобы публика все же забыла о моем существовании? Гена, да что же это такое? Значит так, завтра выхожу на манеж я, а это пусть моет посуду и полы. Вы для этого ее сюда брали. Да что ж такое, драная кошка. Да стыдно это, Гена, стыдно. Она очень способная девочка, между прочим. Способная и бесстрашная. Вон как зал подымает. А завтра подниму я. Или вы хотите, чтобы я обратился в главцирк? Спаси Господи. Что ты, Гена? Не обращайся, пожалуйста, в главцирк. Очень тебя прошу. Все, решили. Здоров так здоров. Выходи завтра, пожалуйста. Все. Витас Марисович, все, я завтра выхожу. Спасибо. Спасибо. У меня есть одна идея. Поломойка. Детка, детка, бросай это грязное дело. Маргоша, тебе еще в парикмахерскую. Я не пойду. Не поняла, куда не пойдешь? Никуда не пойду. Марго! Да, осточертело мне все это! Все, не все, все осточертело. Все, простите, не могу. О, Господи. Ну, вот вела ему тебе битая посуда. К счастью. Доченька, что случилось? Ничего. Маргош, что? Что-то как злой клоун. Здравствуйте. Нос красный, как твой перец. Мам, ну и как она теперь такая на свадьбу? Никуда пойдет? Я не пойду. Я вообще от них уволилась. Девочки, вы одевайтесь. Незабудочка ты моя, Маргоша. Трудно, я понимаю. Надо перетерпеть. Надо пересилить себя. Никому нельзя показывать свою слабость, свои слезы. Но люди-то, они ж не хуже зверей. Как учуют слабого, и давай грызть его, добивать. Помнишь, как папка тебя учил с букашкой?
не бояться, не бежать. Идти на него открыто, смело. Ну и хорошо, моя родная. Ну и чего нос? Красный. Лед, сейчас принесу. Поворачивается назвать тебя поваренком. Ну, так вы и не называйте. Вот дают, а? Вы-то в возрасте. Держи. Почему вы в возрасте? По-моему, для мужчины возраст – это ерунда. Бывают взрослые орлы, и бывают молодые дятлы. Борис Афанасьевич, можно вас на секундочку? Я все поговорить хочу. Ага. Костя. Давно спросить хотел. А если слушай, тигр спит, он в этот момент может охотиться? Константин. Или как? А я тут. А я тут. Пойдем. Крюско, я тебе говорил, что уволю? Да. Ну, так уволю. Где этот чертов цирк? Вроде там, а. Товарищ майор, кажись туда. Вроде туда, вроде сюда. Если не успеем, кто из вас отвечать будет? И куда же они денутся? Денутся. Это циркачи. У них с этим просто. Товарищи мои дорогие, я хочу выпить. Тебе уже хватит? Еще не было первой брачной ночи, а она уже это говорит. Как типичная жена. Ну ладно, ладно, я хочу поднять бокал, я хочу выпить за молодых артистов цирка. Встаньте, молодежь, встаньте, встаньте, встаньте. Я хочу выпить за вас. Назарова, и ты встань, ты артистка. Это тост тебя тоже касается. Вставай. Вставай, вставай, вставай. Вставай, вставай. Итак, я бывал с вами строг, даже жесток. Я бывал с вами несправедлив. Но я всегда любил вас. Я любил цирк. Я любил всю эту атмосферу безумства, азарта, храбрости, взаимовыручки. Какие вы красивые, талантливые, счастливые. Как многому я научился от вас.
Я старый Витас Карнаускас, бывший разведчик, бывший наездник и бывший директор этого дивного цирка. Нет, подождите. Ничего в этом страшного нет. Я решил уйти на покой. Вот, я хочу успеть насладиться семейным счастьем. Поэтому я подал сегодня в отставку. Как же так? Ну почему? Как? А почему? Ну правда, правда. Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть. Поэтому давайте выпьем и продолжим веселиться. Продолжим наш сегодняшний праздник. Пожалуйста, давайте. Давайте. За вас. Поздравляем. Молодых. За молодых. Вахтерша? Мария Антуанетта. А вы кто такие? Прошу простить, издержки работы. Вечером редко приличные люди захаживают. Покажешь кого-нибудь, кто вот этих найдет. Угу. Как он мог? Кто? Борька, что ли? Да. Он еще оказывается. Да при чем? Да при чем здесь Борька, мой отец? Как он мог предать память моей мамы? Жениться на этой ужасной буфетчице. Очаровательно. Какая... Я понимаю ваши чувства к маме. Ну, может, вы попробуете порадоваться за папу? Ой. Ну да. Девочка моя, что ты сидишь? Ты же собиралась чем-то поздравить отца. С тебя танец. О, ну? О нет, нет, я не в форме, я уже надкусила пирожные. Нет, я не могу, я уже не могу. Ну, что это такое? Витас Марисович, а можно я вас поздравлю? Можно я спою? Назарова, пой. Пой. Товарищи, Жоржетто. В Кейптаунском порту, с пробоиной в борту, Жанетта поправляла текелаж. Но прежде чем уйти в далекие пути, на сушу был отпущен экипаж. Идут сутулятся по темным улицам, и клёши новые ласкает бриз. Они идут туда, где можно без труда достать себе и женщины вина. А ночью в тот же порт ворвался пароход в сиянии своих прожекторов. И свой покинув борт, сошли гурьбою в порт 14 французских моряков. У них походочка, как в море лодочка, а на пути у них таверна Кэт. Они пришли туда, где можно без труда достать и женщин, и вина. Товарищ Константиновский, можно вас? Там вас спрашивают. Пожалуйста, пройдемте. Да. Подробности объясню по дороге. Пройдемте. Трогай.
чаек принесли. Последняя остановка перед Москвой. А правда, Борька, даже не веришь, что будем в кино сниматься? Приехали же за нами в самую Ригу, не пленились. Ну, допустим, в кино сниматься будем не мы, а наши питомцы. Кстати, твоя очередь проверить их. Вон, заодно Юрке с Витьке перцу задам. Это за что? Лучшим говночистам нашего маленького коллектива перцу задать. Ну что же, не могли за всю дорогу от Риги к нам хоть раз на огонек заглянуть? Ну, знаешь, нечего по вагонам мотаться. Пускай. Со зверушками приглядывать нужно. Вообще-то мне немного жаль, что наши рижские гастроли так быстро закончились. И рижские романы. Ладно, давай, поторопись. И проверь, что воду поменяли. Да там все в порядке, на удивление. Ладно, иду. Извините. Вы сами Витьку отправили на товарнике вперед, в Москву. Ну, брехня. Как вы можете, Константин Александрович? Не крамольщики самой Риги. Когда это я Витьку отправил на товарнике? Да, ночью, когда на перегоне стояли. Че, я сам пришел и отправил? Да нет же, ваша новенькая помощница, как черт из коробки на нас выпрыгнула, чуть не из-под амура. Ну, и передала денег и ваш приказ. Какая новенькая помощница? Да вот же она. Покоя от нее нет совсем. И меня и младший состав замучила. Мимишечка. 5 раз уже солому меняли. И воды 3 бочки запасти заставила. Очень старается. А яблочко хотите, Константин Александрович? Вместо папироски-то, а? Ну, не хотите, как хотите. Хочешь? Я вот позаботилась, чтобы им водички свежие дали, как вы и велели. А Борис Фанасичка? Так вот оно в чем дело. Ты откуда? От верблюда. Не стоит выяснять отношения при посторонних. Что? Дамы хорошие. Тебе кто разрешил к зверям подходить, а? Чтобы духу твоего здесь не было. Между прочим, мы уже почти приехали. Вам меня обратно отправлять дороже будет. А Амур заболел, чихает всю дорогу. Вы бы лучше меры приняли. Да? Да, моя хорошая. Маргарита, глазам своим не верю. Вы? Боря, это точно она? Ущипни меня. Ну, меня уже даже обезьянка признала, а вы все сомневаетесь. Добрые люди, ну, у вас не будет кусочка колбаски или там полотенца с мылом. А то всю дорогу на подножном корму, ну, честное слово, это даже для меня слишком. Борис Афанасьевич, ну, помогите. Ой, Марго, ну, пожалуйста. Пошли. Пошли. Спасибо. Витас Марисович не шутил. Он увольняется. Ну, мы в курсе. Новый директор меня уволит. Ваша пассия постарается. Она еще, кстати, за него замуж выйдет. Ты не отвлекайся. Как-то в поезде оказалось. У меня полжизни поезда вагона. Мы когда животных в Риге грузили, я между клеток пряталась. Они же меня знают, поэтому не рычали. Ну, я пряталась, пряталась. А потом, ну, честно говоря, невыносимо между клеток жить. У меня было немного денег. И я Виктору передала на проезд в товарном с приказом от вас. А что? Всем хорошо, ему хорошо, и нам теперь не скучно. Воистину, вот нам теперь не скучно. Ну, а как ты про кино узнала? Что, тебе на инпессоны типа старой дружбе просветило? Ну, вы на перроне сами своей корове Ильзе рассказывали. Мне сейчас сказали, что вам главную роль дают. И я подумала, в Риге мне делать нечего, надо с вами ехать. Тем более, что вы будете на съемках заняты все время. Борис Афанасьевич не молод уже. Спасибо. Вам помощница понадобится, но там клетки убирать, то все это и мужики могут. А я могу вам в дрессуре помогать. Это как раз женская работа. И вот я с вами. Ну, просто не могу поверить в навалившееся счастье. Ладно,
Потом разберемся, коли поехали. Вот я знал бы, что так обернется, я бы тебя Зинке скормил. Борис Афанасьевич, возьмите меня, пожалуйста. Ну, правда, я вам прикажусь. Да уж взяли. Любят вас животные. У меня получится. Точно. Так про что кино снимать думаете, товарищи деятели советского киноискусства? М? Молчите. Тогда я скажу. Этот фильм, уважаемые, о том, как советскую женщину терзают хищники. Причем, заметьте, хищники иностранного происхождения. Какого такого иностранного? Они все хорошо по-русски понимают. Секундочку. Тигр Амур бенгальский? Тигрица Рада бенгальская, лев Цезарь африканский, леопард Кук, ну тут вообще непонятного происхождения. Это кто додумался? Это как додуматься можно, что советскую женщину терзать больше некому? Ну что вы там, ну кто ее там терзает? Это вы что? Смотрим, почитаем. Так, вот, тигр прыгает, Лена падает, кричит от ужаса. Дальше, так. Угу. Два льва, угрожающие рыча, идут на Лену. Девушка на грани обморока. На грани обморока, да. Это оправдано ее неопытностью. Mm-hmm. В прыжке тигры меняются местами, а Лена падает на манеж с громким криком. Да, с громким криком, но кричит она «Ап!». Товарищи, вы хоть понимаете, что этот фильм готовится к госпремии? Извините. Сядь на место. Быстро. Милая, сядьте, пожалуйста. Елизавета Никитична, а что вам не нравится конкретно? А вы помечаете. Я не буду ничего помечать, я уже 7 раз это переписывал, все. Товарищ директор фильма, вы что здесь развели? Почему у меня в кабинете дезертир? Это возмутительно. Это не по-партийному. Что это такое? Я переписывать не буду. Будете, как миленький. Как миленький. Позвольте. Будете. Товарищи, я предлагаю всем вместе хорошенько поработать над этим сценарием. Что-то мы с Борисом Афанасьевичем подскажем, что-то вы подправите. У товарища начальника отдела культуры, я полагаю, дел поболее будет, чем за нас переписывать сценарий. Верно, Елизавета Никитична? Ну вот. Вот, пожалуйста, товарищи. Вот всем бы такую сознательность. Значит так, давайте договоримся. Через неделю у меня на столе лежит переписанный сценарий, и чтобы никто, в нем никто не посмел тронуть бедную несчастную советскую женщину. Мы ее на руках будем носить. Решите исполнить, товарищ начальник отдела культуры? Да, конечно. Если позволите, я вам лично исправленный сценарий представлю. Да, пожалуйста.
Пишите, что хотите. Давайте, работайте. Так, спокойно. Она вдова Боря. Представляешь, какая удача? Полагаю, она так не думает. Ну, она еще просто не знает своего счастья. Так, слушай, ты из какой деревни? Тебе учили стучаться? Ой, и не такое видели, с картошкой. А еще я подумала, а может быть, было бы здорово, если бы в героиню влюбились бы сразу двое, и Ермолаев, и Петя. Ну, например, а? Слушай, а тебя не учили, что в присутствии старших младшие молчат? Борис, я вообще не понимаю, почему я должен заниматься воспитанием этого элемента. Я не элемент. Цыц. Кость. А может, девочку в кино сводить там, в театр? О, мне идея. Зови в цирк. Ох ты. А еще я вот подумала, а может быть, с мясом, а может быть, вот было бы здорово, если бы героиня, ну, к примеру, тоже, она бы убирала клетки, ну, как я вот. А как же пирожки? Я, дорогая, тесту предпочитаю консоме из птицы с трюфелями. Борис, меня не ждать. Маргарита, а хотите, я научу вас играть в шахматы? А мимишка отказалась, да? Не в духе. Ну, научите. Будет у вас две обезьянки. Но зачем вы так? Ну, чего? Мы и так с Мими для него на одно лицо. Вот это пешка. Так а что вы говорите, ваш сюжет? Про что? Ну, история героини. Какой смысл рассказывать? Он придет, обсмеется. Ну и куда он намылился? А, Константин Александрович отправился обеспечивать удачный исход нашего безнадежного предприятия. Конь. А вот это знаете, что за фигура? Она самая важная. Королева. Скажите тоже, Борис Афанасьевич. Ну-ка. Какие у вас золотые руки, Маргарита. Спасибо. Все съем. Консоль. Кому какое дело до начальства, и как нам трудно всем этим руководить. Я так хорошо вас понимаю, с ним же как с дикими зверями, правильно? Сунешь руку и по локоть отхватят, да? Вот, да. Я вас очень хорошо понимаю. То есть, Константин, получается, что я тоже в некотором роде укротительница, а? Кстати. А что, если в нашу героиню влюбляются двое? Двое? Двое. Ермолаев и, например, Петя. Ну, интересно. И что, если наша героиня начинает свое, так сказать, восхождение с самых низов, с уборщицы? Вы тут палку не перегните, Костя. Почему? Уборщица у нас такие же члены общества, как мы. Конечно, но пусть она, ну, немножко побудет уборщицей. Очень хорошо. И что, если вы подарите мне один танец? Прошу вас. Thank you.
Все-таки я не понимаю, как такую красивую женщину можно не слушаться. Ну что, пригласишь или будем как школьники здесь? Не могу. Прости. Я не могу. Их корабль затонул где-то у берегов острова Рюген. Куда я только не писала. Все пропали без вести. Так я и стала ни женой, ни вдовой, непонятно кем. А при моей должности это не очень хорошо. Глупые шутки, слухи. Думала, даже выгонят. Понятно. Так. Спасибо, Константин. И не забудьте, вы обещали мне найти дублершу в кратчайшие сроки. Непременно, считайте, я уже нашел. Я вам верю. А как быть со сценарием? Считайте, что он уже принят. Вы очень талантливый, Константин. Первыми признаками авитаминоза у кошачьих является тусклая шерсть, потеря зрения. Первый признак авитаминоза – это когда кошка начинает лизать мел. И ты не вычитаешь это ни в каких учебниках. Это приходит с опытом, дорогая. Только не надо мне так смотреть. Я только что сдал сценарий. Мы будем снимать кино! Поздравляю, Костя. Что бы мы без тебя делали? Ай, гидовы. Послушайте, а он же сценарий еще не написан. Ну, принят. Тоже. Победителя. Нам принято. Понятно. Thank you.
помещается столько. Принято. Елизавета Никитична? Елизавета Никитична? Я не знаю. Мне кажется, нам нужно... Здравствуйте. Здравствуйте. Проверить свои чувства. Господи, да что проверять, Лиза, что проверять? Едем завтра на дачу, я ключи взял. Я не могу. Что ты не можешь, а? Что ты не можешь? Ну, хорошо, я подумаю. Товарищ Константиновский, мне говорили, что женщинами вы управляетесь. Как со своими тиграми, я не верил, но оказывается... А вы же наш директор, да? Да, да. Замечательно. Товарищ директор, а вот что входит в ваши обязанности? Ну, смета считать, деньги. Ну, вы считаете, считаете, а сплетничать не надо. Костюм. Я в клетку к тиграм не зайду. Григорий Васильевич, Павел Аркадьевич, товарищи. Есть идея. Пойдемте на манеж. Мы с Константином Александровичем докажем вам, что наши животные прекрасно обучены и при определенном поведении совершенно не опасны. Действительно. Опасно. Идемте. Опасно. Пойдемте. Не опасно, да? Тигр не опасно. Амур, Амурчик, Амур, брысь! Брысь, Амур! Амур, брысь! Не трогай Раду! Брысь! Кыш, кыш! Ну, кыш! Маргарита, ну, кыш! Что вы делаете? Ой, там... А Мурат сейчас порвет. Посмотрите, он с утра не в духе. Она ему по морде лапой заехала и его... Вот. Амур, место! Место, Амур! Больше в порядке. Амур, сейчас мы с тобой разберемся. Это что такое, а? Кто тут нашу Радочку обижает? Как тебе не стыдно, а? Ну-ка. Ах ты негодяй. Ну что ж ты пристаешь к ней? Разве так ухаживают, а, Амур? Ну-ка, Амур, Амур, отойди. Ну что ты безобразничаешь? Стыдно, да, Амур? Ну-ка, ауф, ауф, вот так. Ауф, ауф. Ну-ка, давайте покажем, что мы умеем сегодня. Амур, ну-ка, Рада. Рада, теперь ты, я кому сказал? Рада, Тумба. Тумба! Тумба! Молодец! Ай, браво, Радочка, сиди. Амур, теперь стой! Костя, спина! Дура, не на меня! А ты вторая дура, иди сюда! Что опять не так? Молодец. Отличная реакция. А с тобой мы потом поговорим. Это нормально. Это змея. Угу. Есть идея. Это удача. Вот так репетируем. Я понял, да. Как вы считаете, получится? Товарищи, техника сейчас творит чудеса. Скоро изобретать в части кинематографа будет просто нечего. Да вот вы, дети капитана Гранта, видишь? Ну. Вы думаете, что Черкасов трюк исполнял? Ну а кто? Ну а кто? Дублер. Даже два за него на этих, на скалах висели, и в море два по очереди тонули. Да ладно. Ну надо же, а. Он всегда крем вниз подыхал. Сейчас я. Боюсь, что наша актриса к тиграм не пойдет. Надо дублершу искать, да, посмелее. Где же взять-то? Я великоват, Болькова, кривоногий. А это ваша смешная, ну, которая эклер жевала? Да ни за что. Что? Хотя, Кость. Борь. А если ее перекрасить, причесать? Угу. Я, конечно, давно хотел и тиграм скормить, а что, ест много, болтает, тоже еще больше. Один вред, но все-таки жалко как-то. Да, послушайте, это феноменально.
А можно еще эклерчик? Можно? Что, нельзя, что ли? Ну что, можно? Можно. Ну, можно. Ну, можно. А? Да что происходит-то? А? Понял. Вот Кость, Кость, ну перестань, ну Кость! Соня, подъем. Все проспишь. Доброе утро, Маргарита. А что уже? В кино пора. Вечером же собирались. Сеанс перенесли. Давай, чтобы через 5 минут было на улице. В парикмахерскую пойдем. Зачем? Мне нравится моя прическа. На лысо тебя побреем. Пойдем в кино. Все, пойдем. Давай, давай. Пойдем. Ты все сбрендил. Вот дураки-то. Ну а что? Смотрите, с цветом мы угадали. Да? А? По-моему, неплохо. Да, ну хорошо. Будьте любезны еще раз. Оригинал. Боже мой, какая фемина. А вот нам что-нибудь такое. Да-да-да. Смотрите, брови мы исправим. Вот этот завиточек мы спустим вот сюда, вниз. Смотри. И здесь мы все будем поднимать. Да, и лобик откроем. Смотрите, какое сразу умное лицо. Да, 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 да. Глаза. Нет, нет, нет. Какие сразу широкие глаза. Скажите, у нее всегда такое кислое лицо? Да нет, всегда, когда голодная. Нельзя говорить о человеке в третьем лице в его присутствии. Ой, а что я за голос такой слышу, а? Фу, 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 фу. Ну что, ну что? Ну давайте заканчиваем. Да. Да все отлично. Я на мочалку похожа из Майданера. Ну почему? Да? Да той мочалки тебе еще расти и расти. Фу, фу, фу. Давайте продолжим. Мы же в кино опаздываем. Конечно. Будьте любезны еще раз. Пожалуйста. Ну, смотрите, еще 2-3 штриха и все. И все. Ну что, ничего. Шарфика не найдется какого-то. Я сейчас посмотрю. И букетик налив. Момент. Вроде бы безделушка, а как поменяет весь образ? Ну-ка. А? Да. Хорошо. Так, ну что у нас? Ну, скоро! Одевается. Ой, вы просто прирожденная манекенщица. Не хотите поработать в доме моделей? Мошвейторг открыл свой дом моды. Вы бы там стали номер один. Я подумаю. Так, ну что? Ну, это надо как-то завернуть. Что именно? Ну. Все. Все. Давайте. Это тоже. И вот это? Ну, костюмчик можно оставить и туфельки. В них пойдем. Хорошо, я сейчас все посчитаю. Ну, все-то, наверное, дорого. Не дороже денег. Так, ну.
болтать. Ну что, сколько с нас? Секундочку. Сейчас посчитаю. Так, ну сколько? 550. Сколько? 550. 550. У тебя есть, что ли? Да откуда? Чего ж ты, дурак? Да. Ну тебе к черту, Костя. Как ты умудрился все деньги прогулять? Да ничего, еще заработал. Только время зря потрачено. Что, вообще ничего не взяли? Нет, ну почему? Взяли. Да вон она и не расстроена совсем. Боюсь, даже на кино теперь денег не хватит. А давайте в кино не пойдем. Поехали в Сокольники. У меня есть немного денег, я вам мороженое куплю. Мороженое? Или вам пивка? Ну что, можно? Ну тогда вперед. Ну, я же говорил, все нормально. Иди, дожили. Нас уже угощают. Правда, Борька, ты же не веришь, что будем в кино сниматься? В кино сниматься будем не мы, а наши питомцы. Какая новенькая помощница? Да вот же она. Покоя от нее нет совсем. И не забудьте, вы обещали мне найти дублершу. А это ваша смешная? Да ни за что. Представь себе хрупкую девушку в окружении хищников. Я думаю, публике должно это понравиться. Костя, спина! Рано! Чтобы через 5 минут была на улице, в парикмахерскую пойдем. А будьте добры, повернитесь, пожалуйста. Угу. А в другую сторону? Ну что? А? Хорошо. Спасибо, Маргарита. Переодевайся. Слав, смотри. Вот тут, она не поворачиваясь, выходит из кадра. Ага. Так ее можно в профиль снимать. А по пластике совпадут? Конечно. Так она лучше Галки выглядит. Вообще можно всю с ней снять. Галка актриса. Ее худсовет утверждал. А Галка говорит, что она убогая. Главное, чтобы Галка не ревновала и не накапала на нас куда следует. Понял? А мы пойдем по этой схеме. Подумай, нам обязательно нужно выйти вот так. Отсюда? Нет.
сверху будем светить туда, а она пойдет сюда. А ты будешь брать этот план. Понятно? А, камера наверху. Да? Но! Да посмотрите, ребята, там сколько штрафейные. А чё они не ходят? Да как-то не ходят. Это я не хожу. А часы починить можно. Да, изучу. На. Только не сломай. Механизм в отличном состоянии. Сейчас только пыль удалим. Ну, идут. Ну-ка. Часам ноги не нужны. Ну чего? Держи. Спасибо, братишка. Благодарствуйте. Невероятно. 20 лет другой мартышки. Спокойно. Молодец. Моя девочка. Молодец. Кого я вижу, кого я ощущаю? Ну ничего. Стоп. Моя хорошая, молодец. Нет, молодец, молодец. На сегодня все. Всем спасибо, все свободны. Съемка окончена. Спасибо. Ну вот, вот что значит воспитательная работа. Зашла в кадр с хищником. Как миленькая зашла. Добрый день, Елизавета Никитична. Ну давай, выбирай. Все, сворачивай. Молодец. Умница. Умница моя, молодец. Ну что, похоже? Невероятно. Вы находите? А то некоторые считали дублершу Назарову убогой. Сначала укрупняемся, а потом отъезжаешь. Отмечай первый съемочный день.
Ура! Ура! Лапочка-то моя. О, Василий, пойдем. Прошу. Ну ничего, ничего, вот буду тебя кормить, кормить, а ты пойдешь и загрызешь его. Хорошая моя, хорошая. Осторожно. Давай, давай, ну! Ну-ка. Ой. О, позвольте вам представить наше с Борькой горе луковое. Увязалась за нами от самой Риги. И нигде же от нее покоя нет. Так, куда? Гость. Я не отпускал. Гость. Ну зачем девочку обидели? Давайте-ка выпьем с вами еще. Лизавета Никитична, ваше желание для меня закон. Обижаю. Пардон, надо разобраться. Ой. Так, еще один подержи. Бастардо. Я тоже люблю это вино. Давай. Марго. Марго. Разрешите пригласить? Ура. Елизавета Никитична. Да-да. Можно поговорить на минутку? Вина? Нет. Что Пойдемте. Такое? Пойдемте. Пожалуйста. А что случилось? Ничего страшного. Сейчас объясню. Ой. Ну, давай, давай, давай. Ну. Спасибо. Давай, давай, давай. Молодец. Ты не понимаешь, что значит быть вдовой. И не быть вдовой. Не понимаю. Ой, Мишенька мой родненький. Я вот тут чувствую, он живой. Понимаешь? Вот живой. Знаешь, как он пел? Ой, Мишенька мой. Товарищ, я вахту не в силах держать. Сказал кочегар кочегару. Я Сталину запрос посылала. Хрущева просила о помощи. Нет его ни в каких списках. Ни среди пропавших без вести. Ни среди погибших. А я знаю, что он жив. А чего ж вы с Константиновским тогда? Я? А думаете, не видно? Нет, он, конечно, мужик хороший. Очень. Но с такими судьба шутить любит. Он еще встретит свою. Свою. Будет за ней, как телок на веревочке мотаться. Любить будет, беречь. Такие умеют. А я для него... Так. Фу. Полегчало вроде. Спасибо. А ну-ка, посмотри мне в глаза. Да ты влюбилась в него. Да ладно. Да ну, скажите тоже. Он мизинца моего не стоит. Да ну, честное слово. Конечно. Кому другому рассказывай. Ой, влюбилась девка. Сидеть. Так. Так, сидеть. Ну, сиди, ну, пожалуйста. Пока ну, ладно, она не поймет, что ты в доме хозяйка, она что? С места ну, не что? Сдвинется. Ой, давай, сейчас. Пробуем. Командуй. Давай, сидеть.
Сидеть. Тумба, скажи. Тумба. Да что ж такое-то, а? Ну, тумба. Одной рукой. Давай. Тумба. Давай. Ко мне. Нет, это не, ну никуда не гожу. Ну я же вижу. Никуда так. Я не гожусь. Ну-ка отставить истерику. Нам одной актрисы хватает. Давай, ну-ка вернись на место. Я не кошка дрессированная. А, ты хуже кошки. Давай. Она тоже тебя боится. Ну, конечно. Давай. Точно боится. Думает, что это за мартышка тут передо мной скачет. Давай. Будем пробовать. Давай. Иди сюда. Иди сюда, ко мне. Хорошо. Ко мне. Так. Ко мне. Тумба. Ты что-нибудь одно выбери. Выберу. Нас обвенчали, поцелуйте, сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать. Она вскрикнула, ай, не он, и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия и бросился в кибитку и закричал, пошел. Боже мой, закричала Марья Гавриловна. И вы не знаете, что сделалось с вашей бедной женой? Не знаю, ответил Бурмин. Не знаю, как зовут деревню, где я венчался. Не помню, с какой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой уже день, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мной, умер в походе, так что я не имею надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которой был так жестоко отомщен. Боже мой, воскликнула Марья Гавриловна. Так это были вы? И вы не узнаете меня? Бурмин побледнел и бросился к ее ногам. Кто бы мог подумать, что эта пиглица Пушкина наизусть шпарит. Чудеса, брат Амур. Спи. Вот так, ребята. Любовь такая штука. У кого-то она бывает счастливая, а у кого-то... Да. Вот, к себе резче. Кистью. Хорошо. Не полностью, а одной кистью. Хорошо. Я стараюсь, Борис Афанасьевич. Я стараюсь. Ну как? Нормально. Амур, ну что ты разлегся, лентяй, а? Давай, вставай, работать надо. Отдохните. Амур, расслабьте. Ну ты чего, а? Расслабьте. Кто разлегся тут, а? Ну что ты? Амурчик, ну что ты разлегся? Вот так уже лучше. А? Амурчик. Что такое? К себе, кистью. Хорошо, Борис Иванович. А? Амур. Мне не получается. Ну, все получится. Борь, кончай репетицию, с Амуром что-то не то. Амурчик. Что такое? Амурчик, хороший мой. Ну, Амур, ну-ка, Амур. А Амуру ему сколько лет? Амур. 15. Старенький уже, что ли? Амурчик. Что такое? Амурчик. Кость чего? Борь, давай врача, быстро! А ветеринар здесь? Амурчик, хороший мой, ну ты что? Амур! Ну что ты? Ну, Амур, ну ты что? Ну что ты?
Что с тобой, Амур? Амурчик, ну не пугай меня, Амурчик. Хороший. Амурчик. Амурчик. Ой, а надымил-то, надымил. Господи, жена-то поди все глаза проглядела. А о, нате вам, пожалуйста. И ни стыда, ни совести. Ну-ка, соберись и иди домой. Слышишь? Нормально, нормально. Быстро. Нормально. Домой, говорю. Жена ждет. Какая жена, женщина? У меня друг умер. О, Господи. Друг. Он мне Арине спину прикрывал. От смерти спас. Амуром звали. Что же это за имя такое? Нехрест, что ли? Амур. Или кличка такая? У вас у тутшних друзей нет. Одни вон собутыльники. Да ладно, сиди уж. Пока жена за тобой не прибежит. Ну, глухая тетеря. У меня нету... Нету, нету. Нету. Да ладно, вечно у вас никого нет. Пока не придут и за шкирку не утащат. О! Откройте, иду, иду, пожалуйста. Открываю. Вон, прибежала. Добрый вечер. Простите. Ой, девка. А можно? Вон, забирай. Сидит тут целый день. Ну, видите, он сидит, не падает. Здорово. Спасибо. Всю ночь бы искали, так бы и не нашли. Давай. Все, 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 Костя, все, вставай. Пошли. Да. Ты, девка, дома-то всыпь ему как следует. Не для того войну прошел, чтобы от ханки этой согнуть. Тетеря, иди, иди, пошли, иди, Костя. Иди уже, глухая тетеря. Беда-то какая. Прости, Господи. Ой, а говорил, жены нет. Ну, чего? Спасибо большое. С пенсиона обязательно верну. Да вы что, не надо. Спасибо вам. Михаил. Михаил, что помогли его найти. Да ничего. Проспится, завтра снова все будет хорошо. Ну, я пойду. Угу. На палубу вышел, сознания уж нет. В глазах у него помутилось. На миг увидал ослепительный свет. Упал, сердце больше не билось. На утро проститься спокойным пришли матросы и друзья кочегара. Кися моя, Кися. Здравствуйте. Закрыто у нас еще. Простите, пожалуйста. А я к вам. Вопрос задать один. Ой, это ты. Девонька, намучаешься-то с этим пьянчушкой. Жалко, молодая такая. Ничего, я сильная, я смогу. Я не об этом хотела спросить. Потерял он, что ли, что? А, я тут полы мыла, ничего не нашла. Нет, нет, нет. Я о другом хотела спросить. К вам заходит мужчина такой, без ноги, военный. Военный? Да. И поет, на гармошке играет. Да. Милая моя, у него такая судьба. Такая судьба. Слезами обольешься. Жена у него даже вроде есть. А он от нее скрывается без ноги, потому что как живет, непонятно. Вы сорвали государственное дело. Да. Потеря. Смерть Амура для нас огромное горе. Потеря? А кто теперь в фильме сниматься будет? Вы объясните мне, как? Объясните мне, как вы могли не уберечь главного артиста? И что теперь будет? Картину закроют, работы вам больше не дадут. Подожди, хватит пугать. Он был для нас другом. И он умер на посту, тут никто не виноват. Вы не понимаете? Вы что, не понимаете? Виноват, не виноват. Этот фильм должен был пойти на государственную премию. Я не знаю, что теперь будет. Кино теперь будет. Я им сам сыграю. Тигра, и льва. И трепетную лань. Амур, Амур.
Это же животное, товарищ Туркин. Надеюсь, вы понимаете, что все проконтролировать невозможно. Все, хватит уже, уходите. Простите, пожалуйста. Да. Извините, я к вам. Послушайте, если вы уговаривать не нужно, все равно без вашего льва... Тигра. Неважно, фильма не будет. Поеду, доложу, куда следует. Может, простят. Я не по этому делу, я по личному. Вы не могли бы сейчас со мной пойти на минутку? Куда? Да что вы, у меня мне некогда с вами. Вы не простите себе, если не пойдете. Пойдемте, правда. Да что случилось? Пожалуйста. Это... Я вам сейчас здесь это не что, могу действительно... это показать. Действительно так важно? Да, это очень важно. У меня времени нет. Да, да что ж такое-то? Сейчас, куда? Сейчас. Какого черта ты меня сюда привела? Смотрите. Миша. Лизонька. Сейчас. Оно колючее. Оно кусается. Сейчас полегче будет. Жарко. Все, моя хорошая. Жарко. Жарко. Микстура. Анисовая. Еле упросил, чтобы сделали. Ну что, как она? Костя, нас, по-моему, кто-то проклял. Борь, что ты говоришь такое? Ты что? Ты же взрослый человек. Смотри, вот тут я банки нашел, только я не знаю, как их лепить надо. А я знаю. Ну ничего, мы разберемся. Слушай, у тебя через полчаса репетиция, ты иди, я посижу с ней. Хорошо, давай. Мама. Мама, нюхать. Тихо. Мама. Ты здесь, я здесь. Тихо. Мам, он дурак полный. Ну, как ему сказать? Ну, зачем ей? Ничего не понимает. И получше видели. Мам. Обезьяна ему дороже. Мамочка, забери меня отсюда. Забери меня. Я ему не нужна. Я ему не нужна. Я дурочка. Нужна. Да нужна ты ему, нужна. Мимо тебя разве пройдешь? Только если он тебе в этом сознается, ты же, доченька, его слопаешь. А ты зарекался же не влюбляться. Ну ничего, потерплю. Может быть, пройдет. Ну и черт с тобой!
чудовище! Пошел домой! Куда? Пошел домой, чудовище! Куда пошел домой? Он не хочет работать. Я тебе дам, не хочет работать. Никогда не отпускай их с манежа, пока не выполнят все, что нужно на сегодня. А если до утра не выполнят? Гуляй. Значит, до утра будешь работать. Ладно. Гуляй. Я поняла. Поняла. Гуляй. Давай. Тумба! Давай. Тумба! 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 Ко мне! Ко мне! Давай, жёстче, жёстче. Хорошо, хорошо. Ко мне! Ко мне! Туба! Ко мне, я сказала! Товарищи, товарищ Хрущев намерен посетить ваше представление. Ух ты! Он же цирк любит? Не очень. Но он наслышан о вашей дублёше. Ну, хрупкая женщина в клетке с хищником. В общем, да. Готовьтесь, на выходных вас ждет важнейший экзамен. Да ладно, еще не такие экзамены заваливали, верно, Борь? Что? Будем готовы. Разрешите идти? Идите. Что вы смеете? А завалит мероприятие? Эти? Эти завалят. Лизавета! Я шучу, шучу. Справятся. Я за них отвечаю. Давайте только без цирка. Фу, черт. Вальс, рада вальс, 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 браво, вальс, 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 молодец, браво, рада, браво, браво. Молодец, молодец. Вот так, давай, 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 продолжай, продолжай. Вальс, вальс, давай. Вальс. Но... Ничего, очень хорошо, для начала. Молодец, вот так, видишь? А ты говоришь, не слушаются. Все, слушаюсь. Ладно, отдыхай. Хорошо. Молодец, молодец. О, оладушки. Ну-ка, стой. Да пошла, ну-ка. Стой, ты смотри. Вот так поваренок. Оправдывает свое название. Борь, чуть с ней. А? Давно тут хлопочет? Первые победы на манеже окрыляют. Костенька. Я смотрю, ты остепенился. Да. Раньше от свиданий не высыпался, а теперь от работы сон потерял. Ты смотри мне, квалификации не потеряй. Да не потеряю. Я всегда совмещать умел. Тебе вот с меня пример брать, а? Слышь. Мальчики, садитесь, ну все готово. Так, какие планы на долгожданный Ходи. Выходной? Парк, кино, ресторан, на выбор. Парк и кино. Ну, тогда ресторан на закуску. Борь, ау. Ты как? Не, не пойду я чего-то. Плохо себя чувствую. Горло болит. Борис Афанасьевич, надо ингаляцию сделать. Ну, что ж в такой день дом просидеть? Не-не-не-не-не. Горло надо беречь. Правильно, Борь? Ты посиди дома, а мы тебе с Маргаритой Петровной микстуру купим. О. Да? О, мороженое. Мамаша, давай эскимо. Какое есть? А вот такое возьмите. А. Слушай, по-моему, пойдем. Дождь. Слушай, дождь. Извините. Надо же. Как? Давай, пойдем. Подходим. Постреляем. Давай. Я не умею. Бичо, почем пострелять? Один выстрел, 5 копеек. Да? Да. Ну, какие нынче призы? Ара, зачем тебе приз? Красавица тебя поцелует, вот тебе и приз, да? Нет, эта красавица только царапиться умеет. Давай приз покажи. Вот, главный. О, ну так есть за что бороться. Все заберем, да? Куда? Ну? Ну, самолетик. О! Вот тебе, Белочка. Спасибо.
танк. О. Спасибо. Куда? О. Все. О'Хара, ты смотри, что творит, а? Мы это Борис Афанасьевич вместо микстуры. Ой, мама. А ты лицо его помнишь? Грабеж, грабеж средь бела дня. Ой, мам, смотри, какие красивые игрушки. Стой. Держи. Ой, ну что вы, у вас небось у самих дети. Пока нет. Налетай! Аттракцион невиданной щедрости. Ой, юлу ему. Держи. Спасибо. Ну, кому еще? Служивый, держи. Я и сам могу настрелять. Там больше нет, так что держи. А мне, зайчика, можно? У меня дома внучечка маленькая. Хорошо. Внучка. Пожалуйста. Спасибо. Держи, зайчика. Спасибо. Кому еще? О, молодежь, вперед. Спасибо. Ну что? Все? А этот как? С нами пойдет? Куда же он денется? Как назовем? Подумаем. Да? Это вам. Спасибо. Не разбудишь. Обезьянка, брысь к хозяину. У меня теперь своя есть. Микстуру забыли купить. Господи, как стыдно. Надо в ночную аптеку сейчас бежать. Ты что, правда поверил, что у него горло болит? Ну, конечно. Борька просто настоящий друг. Он понял, что нам надо побыть вдвоем. А так заметно было. Сейчас весь дом разбудим. Ну и черт с ним. Правда, надо хоть час поспать. Ты помнишь, кто к нам завтра в цирк придет? Женщина не человек. Нет, 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 это я говорю, что это женщина не человек. Ну что за выдумки, а? Ну как это женщина не человек? А так, это женщина не человек. А дрессировщица! Они правы. Внимание! Да. Впервые на арене женщина-дрессировщица. Пойдем. Маргарита Назарова! Спасибо.
А ну-ка, место, пошли, молодец. Кость, ты боевые не зарядил. Тумба, 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 повернись, посмотри на меня. Ауф, 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 молодец! Семен, я тебя спрашиваю, ты это видела? Ну, как она маленькая, такая хрупкая, эдакую тушу на задние лапы подняла, а? Ай да красавица! Ай да умница! Кого она мне напоминает? Марлен Дитрих. Точно! Куда? Куда? Сидим, 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 туда смотрим, туда смотрим. Куда? Куда лапы? Ну-ка, 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 повернулась, повернулся. Молодец, молодец, смотрим. Место, место, Рада, место, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, хороший тигр, мой родной. Семён, а ну-ка, дай-ка мне букет. Предлагаю тост за несравненную нашу красавицу, за Маргариту. Ура! 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 Товарищ Хрущев. Для тебя просто Никита Сергеевич. Никита Сергеевич, мы с вами на брудершафт еще не пили. Так в чем же дело? Формальности нужно соблюдать. Ну, целуемся. Никита Сергеевич, Селёдочка, восторг. О, Лизавета, хорошая мысль. Очень уж она у тебя кокетливая. Да ладно. Нашла кокетку. Лизавета, ты же не ревнуешь сейчас, а? Дурак, сам не видишь. Я-то его знаю. Он на твою Назарова глаз положил. И будет ее добиваться, и добьется, поверь мне. Он женат, забыла. Помню. Нет, он, конечно, не беременник, ночи будет помянут. Но, Костя, я бы на твоем месте. Да. И что, совсем-совсем не боишься? Боюсь, но только очень тайно. Потому что Костя, Константин Александрович, мне говорил, что звери не должны чувствовать твой страх. Тогда любой номер получается, правда? А меня не боишься? Нет. А на дачу ко мне поедешь, а? Никита Сергеевич, Костя. Костя, Костя. А, вот ты где.
Лизавета, а я тебя ищу как раз, значит. Ну, пойдем, поговорить нужно. Ну что, настрелялась глазками, Маргарита Петровна? Кость, ты что? Карьеру решил устроить. Правильно, правильно. Смотри, как бы дорого платить не пришлось. Кость, да ты что? Он же старый, смешной. Ну, давай. Ты что? Кость! Костя! Спасибо, Никита Сергеевич. О! Когда кино увидим? Скоро. О, большой артисткой будешь, чувствую. Буду ждать встречи. Ну, спасибо всем. Уважили. Хорошо у вас здесь. Душевно. Ой, тихо. Аккуратнее, Никита Сергеевич. До свидания. До свидания. Пока. До свидания. До свидания. Почему он мне не верит, Борис Иванович? Давайте присядем. Все обойдется. Знаете что, Маргарита? Давайте выпьем за ваш успех. Ну, Борис Иванович, без него ничего не надо. Маргарита. Правда? Ну-ка, давайте, давайте. Ишь ты. Послушайте. На, на. На, мой хороший. Умница, умница. Просто он не хотел тревожить вас. Ну, не любит он этих сцен расставания. Да меня он не любит, вот и все. Маргарита. Я знаю Костьку 100 лет. Он уехал от страха. Просто боится потерять вас. Ну, пусть успокоится. Он меня уже потерял. Я тоже уезжаю. Как? Так. А что? Кино мы сняли, гастролей нет. Уборщица, по-моему, найти небольшая проблема. Он сейчас, небось, в Крыму с кикиморой какой-нибудь загорает. И куда вы собрались? К маме не поеду, не хочу ее расстраивать. Ну, найдется мне местечко где-нибудь. Послушайте, Маргарита, а зачем искать? Оставайтесь здесь. Слышите, поставим вместе номер. Будем выступать каждый вечер. Ох, заживем. А Костька вернется к новому сезону. Куда он денется? Да, конечно. Буду я его здесь ждать, как дура.
Спасибо, Борис Афанасьевич. Спасибо огромное. Я устроюсь, пришлю весточку. Я еще с Хрущевым не тягался. Нет, Борис. Не ори. Ему сейчас не до романов с артистками. А ты охренел. Только про себя и думаешь. Уехал, даже не попрощался. А мне за тебя отдувайся. Я тебя не просил. А ты для всех добреньким хочешь быть. Короче, Марго собрала вещи. Уезжает она. Чего молчишь? Ну, молчи, молчи. Задержи ее!